Доброе утро, Полтава! Сегодня 3 января, мы в офисе 1580, узнаем, что произошло за первые рабочие сутки в этом году. Доброе утро, Сергей! Доброе утро! С годом вас! Спасибо, вас тоже! Прошлые сутки у нас были очень насыщенными, поступила информация от скорой на полюсной 4, два человека получили ножевые ранения, доставлены в больницу. На 7-7 это здание ДСАФа, на охранника здания упала сосулька, тоже в тяжелом состоянии, доставлен в травмпункт. И на улице Соборности, рядом с ЦУМом, мужчина с переохлаждением, 80 лет, тоже был доставлен в больницу. Сутки прошли, скажем так, что тяжелые, коммунальные службы работают. А сосулька там довольно-таки серьезная, вы можете рассказать немножечко? Ну, со средней степенью тяжести, с подозрением на сотрясение мозга, он доставлен в травмпункт, пока у нас эта вся информация, что у нас есть. Это вчера ближе к обеду случилась такая история. Значит, коммунальники работали все выходные в усиленном режиме. Я в 7 утра 1 января объезжал елки, смотрел, уже около 7 утра были все елки уже убраны. Большой объем работ был, но много было убирать, ну, люди сработали, справились. То есть видим сейчас уже, что улицы посыпаются, работы идут, несмотря на то, что были праздники, что люди работали, все равно продолжают свою работу. Ну, это хорошо, что поубирали после новогодних остатки, даже после чая. Все, спасибо тогда вам, Сергей, за информацию. А это все, да, из Да. А до завтра.